Всем привет! И это вторая часть моего влога. Начну с того, что второй день начался не из приятных новостей, но это лично для меня, потому что у нас пошел град. А у нас град пошел. Уже просто гор не видно. Все? Ага, все. Мы, конечно же, подождали, пока это все прекратилось, и поехали на озеро Ая. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес Бензе. Че не говори? Ой, пизда, бахан, ты за пизагу. Фу, блядь. Запомните мои слова. Я возьму всю свою семью, маму, папу, брат. Мы будем просто в том здании обедать в кафе. И смотреть на вот эти виды, а не на вот эти. Так как на озеро Ая не было интересно, мы захотели поехать на Манджирок, чтобы подняться на гору и увидеть красивый вид. Ого. Мы вот тут где-то. Паш, давай сфотаю с медведем. Тебя? Тебя. Меня с медведем сфоткать? Да. Просто сними, я рядом встану. Посмотри наверх. Он нас рыбит. Мы по башке, да? Нет. Мы цепь делаем. Варя, поснимай просто так. Для интереса. Лизу поснимай, она хочет Варя. В кадре тоже быть, а то она ютубер, а ее не видно. Смотрите, это Лиза. Это Лиза идет в кассу. Давай деньги, любовь. Я? Давай. Поиграет на камере, уебывает. Это мы подошли к кассе. Это уже нельзя снимать. Короче, самый верхний успеем, они 6 закрываются. Вот это попадает. Вот такие вот карточки. Там то, что это. Что не грязно. Ой-ой-ой-ой. Какая стрёмная тема. Все, закроюсь еще сами. Да, кабинки прикольные. Я бы здесь пожил.
Пойдите не будет сюда, мы когда остановим. Сейчас закроют. Давай посмотрим, где система типа закрывания. Не надо, потом она заблокируется. И вот так. Все щелкнулись? Так, мой О, парень. Как страшно. Посмотри туда, Паша, смотри туда. Да. Почему мы так быстро едем? Мы сейчас на этот полумесяц посмотрим. На какой полумесяц? На который стоит. Точняк. Они здесь такие бабки, мне кажется, будут вообще. Там еще озеро какое-то, надо сгонять до него. О, работяг засниму. О, смотри, для этих, для велосипедистов, для самокатчиков. Тема прикольная тоже. Он уже высоко. А если на 0,5 еще снимать? Что-то мы вообще медленно едем. Сверху просто быстро. Канат такой не найдешь, ты вообще запасной похуй повесили рядом. Ходить надо. Это автомобиль. Ой, смотрите, что там строят. А где он так хуёво цепанется? Не матерись. Если он так плохо цепанется. Ужас будет. Не, ну если мы пойдем, мы не выживем. Лёш. Не выживем? Нет, ну ты чего играешь? Собой вот десятку жопу показать другой кабинет. Дима, это моя работа. Сотку дам. А ну то что за пушка? Снег искусственный? Или это свет? Что это за штуки? Это работник, если встанет, залазит туда, короче. Почему за такие деньги не идеально вымыты стекла? Блин. Смотрите наверх. Орел! Где орел? Это орел! Он тупо на канате сидит, ему вообще и на... Еще и на правильно. Что-то как-то шумно стало. Ветер дует, потому что мы шатаемся. Я же открыл. Мы очень сильно шатаемся. Мы не шатаемся. Вон там, я зал... еще... У меня закладывают вечер. Уши, а у вас? У меня наоборот тоже... освободилось. У меня тоже чуть-чуть закладывает. Смотри, вот это уже высоко. В град, прикинь, кто-то поднимался. Блять, я бы поднялся. Как это страховый. Это хуже любой экстремальной фигни. Просто в град. Ну все стеклянно. Град не башь, дьявол. Вот так вот просто болтает. Ой-яй-яй-яй. Катунь. Давай. Я подумал, пахан, ёбан, чё. Походите. Пахан, оставайся. Горный воздух. Естественно. Все посмотрят за 30 секунд, да? Я так чуть-чуть гляну, там девочек каких-то. Понял, там прям такой зум. Смотришь на дороге. Как она режет. Я буду тебя только теперь снимать, понял? За что? За все. Все, пошло время. О, все. Потому что... А нет, все, давай, легкий свари, времени нет. Все, отходи. Все, на тебе, быстрее! Ой, слишком высоко. Это он вообще близко присутствует. Ага. Там, короче, вообще скукота. В смысле, регулировка фокуса? Я стояла и смотрела в лис. Она вообще хреново регулируется. Работяги. Я еще раз некомфортно, так ты либо встать. Че, маленький? Видишь, что я мучаю? А ты его собрал. Че видишь? А, Паша. Че молчишь-то? Я прям на камень в реке смотрю.
А это побольше, нет? Лёш. Мне кажется, это больше. Поехали. О, чуешь? Поехали. Ну, у нас вообще-то это... Вот бы снять грозу. Вот бибила ЕГЭ покататься в каминке. Кто-то плеванул или что это, поцарапалось, что-то с ней случилось, смотри, ударило. Они пытались вылезти, наверное. Это понял, она падала, а не ногтями. Значит, она такая уже трудовая. Он сядет? Что-то мы быстро спускаемся. Нет, мы всегда максимально. Смотри, мне есть помочь медленно спускаемся. Вот разгонялась бы она 50 км в час, чтобы от ветра еще вот так вот сильнее. Аттракцион. Что за газон? Вот таким будут все закладывать. Газон? Начало положено. Они начали закладывать такие нехуя как я. Смотрите, как они быстро спускаются. Погоним. Сейчас будет звук приятный. Спуск такой будет? Как будто мы динозавры. Мир юрского периода. Чуть-чуть какая-то. Я уже тебе ехала. Смотри, они толпой коляска. Ни хрена, а там больше 8. А там во второй кабинке их люди едут еще. Цыганская синяя коляска. Приехать, это грустно. Переселение. Так, это почти сырая, прям вот свежая. Ну, свежая, тёплая. Сидим, отдыхаем. Кусанчик, можно свинью какую-то есть? Отварить, закинуть вареную морковку? Нет. Ну, это не... Ну, понятное дело, что это не давай. То. Вот так, старайся. Всегда. Все, а теперь пожонглируй, короче, казано. А у нас опять дождь. Паш, ну не надо, заболеешь. Давайте! Граться нихуя бы пошел, ебать. Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот будем вспоминать тебя через год. Тагил. Всем привет. Это Дима Масленников. Мы пробрались на заброшенный водопад. Сегодня мы будем идти Долина духов. Мы сейчас находимся на водопаде Чичкыш. Что мы тут забыли? Молодые, мы приехали сюда посмотреть рога. Все намокли, но нам классно. Рассказывай, Лёш, где мы? В общем, мы находимся на локации 19 числа. 1527, Зиковский парк, Прокопьевск, Кемеровская область. Прекрасно. Горы, горнолыжка, горнолыжный склон. Езжайте к нам зимой. Будем кататься на коньках, лыжах. Мне трудно с утра. Пацаны! Пацаны, какие вы! Шиш! Шиш! Долина духов – это вообще очень сильное место. И здесь люди, ну, когда ходят сюда в горы, придумывают всякие поверья. И вот одно из них, короче, составить пирамидку из камней, не меньше 5 штук, чтобы стояли плотно друг на друге. Я вот такой вот сделал. На снегоход похоже. Это она на камере маленькая, на самом деле она метра два. Переходик.
из автомобилей радиовцу напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы пакели, горы пакели, горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот. Вспоминая июль, 13-й год. Дикая поездка, южный берег, закон. Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот среди белых скал. Мы, у нас мистический тур, и мы помогаем, то есть это медитативная практика групповая. Мы помогаем исполнить желание друг другу. Здравствуйте. Без проблем, можете присоединиться. Здравствуй. Давай передаю опять. Привет. А я в телеке. Просто надо придумать свое. Оу, шит, это что за малышка рядом со мной? Реально, помогите Алексею исполнить его мечты. Секретный порог. В эту одиссею прыгнуть прямо на дно. Со скалы на дот и набираю разгон. И волны по коленям, волны по коленям, волны по коленям закрутил, упал. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по коленям, волны по коленям, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот. Не переживай, не переживай только. Что-то упустили, наверстаем потом. Там, где не пройти, пролетим орлом. Ты слышишь? И хоть пока бьет пар под загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет. Ведь горы пакели, горы пакели, горы пакели над тем, кто держит шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Горы пакели, горы Надежная музыка. Браво, браво. Надежная музыка. Каждая собака имеет свою породу. Каждая страна существует для народа. Каждый концентрат растопачен из природы. Чё ты, Вань, на сколько? 49. Полтора часа будет. Полтора часика взял, да? Нёк, ты только бочком, нормально. Раздай, нам для видео хватит. Лиз, ты поедешь? Нет. Последний раз спрашиваю. Нет. Я тебя не буду заставлять, я просто въебу все. Нет, я не хочу. А Ванём тут дрифта, да? Если мне понравится, я тоже прокачу 3 секунды. Все? Право газ, лево торт. О, вот это проблема, да. Дрифтовый.
просто самое. Видеосъемка запрещена. Камеру вырубай. А ты что мне сделаешь? 50 руб дам. Вырубаю. Смотри, как я сейчас. Самолет куплю я себе и молча улечу. Небо алое, за облаками не хуже. Наш домик в Манджирке. Вот такой вот у нас прекрасный вид. Летняя кухонка. Оу. С ноги. Ладно. Давай камеру типа пьем. Переход типа? Нет, просто. Давайте вот тапок тебя кидаю, переход будет. Блядь. Давай. Давай? Да. Он же попадет. Ну ладно. Вам привет, я в телеке. После того, как мы заселились, мы поехали кататься на лошадях. А уже на следующее утро мы двинулись в свой родной город. Тут душу греть водний, не молодеть бодрий. Тут будять недовольний у любого і не без контри. Тут судять люд гордий, я розковиряю критику твою минорами бані. Тут ловить во всі, чистилищеся вогобительного назива. І не переведе сандам, не менять эту игру на рай. Я з друїдами дружили, знаю, чо почем. І в подворотнях этих грязних убивался горячо. Я без малого района, Мартін Лютер Кінг не миновала меня палюна. Заруба не коренных жителей миокарда. Вам меня не надо. Искренне вам желаю меня не понять и потерять, правда. Нелюдимым не беда. Умники тут по бандосам разменяли благодать. Там ревели горы, затмевая чудеса. Ревели наши голоса. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Или он физика, физика. Как и let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Или он, или он, или он. Дело деньги, но вы не лучше. Мой месседж, мой супер пеппер. Очень быстро речь. Таким типам задаю себе вопрос: зачем, пацан, пребываю в ахуе? Не молчать же в майк, не страдать же по ночам. Забил, ну бывай. Так и травят разум, разумеется. Так и спалят базу, а кто осмелится?